Рене сейчас работает в нашем онлайн-отделе. А, ну надо же, супер. Да, но я подумала, что лучше бы мне быть с вами в реале. Ну, типа в реальном реале. И было бы обидно упрятать все это в крошечном офисе в Чайна-тауне. Я думаю, это ситуация, когда надо показать лицо фирмы. Я права или нет? Да. Рене, мы ценим вашу инициативу, но вы не совсем подходите для этой работы. Эллен? Нет, я вас понимаю. Я уже сотрудница компании, а на ресепшн я буду получать меньше, чем получаю сейчас, так что не совсем ясно, зачем я здесь. Так чего же именно вы хотите? Работать здесь ресепшнисткой. Вау. Дело в том, что большинство девочек рассматривают эту должность как трамплин к работе моделью или открытию интернет-бутика. Я вас понимаю. И да, я могла бы работать моделью. Вы рискуете. Неужели эта девочка выйдет из офиса, пойдет прямиком на подиум и никогда не вернется? Такое может произойти со мной? На 1000%. Но я хочу большего.